С начала нынешнего лета Мособлгаз начал отключать неплательщиков от газоснабжения. Напомним, приостановление предоставления коммунальных услуг грозит, если имеется задолженность в размере 2-месячных платежей по нормативу. Абонента уведомляют дважды – за 40 и за 20 дней до отключения. Если оплата не поступит, подачу газа приостановят. Связываются с неплательщиками и в день отключения. Чтобы вернуть газ в дом, можно обратиться за реструктуризацией долга или рассрочкой в ресурсоснабжающую компанию. Проверить задолженность можно на официальном сайте Мособлгаза или по номеру телефона, указанному на экране.